Как дела в школе? Чего делал сегодня? Все увидела? А? Катюш, куртку сними, жарко. Ладно. Давай, куртку давай. Да, пойдем. Поедешь ты? Да. Чего? Хочу. Садись, Платон. А что не хочешь-то? Выходи. Папа, переверни теперь камеру. Зачем? Ты покушал сегодня? Все? Съел? Да. Ну, не все. Ну, не успел. Макароны даешь только что выпить. А макароны даже не доел? Да, только не успел. А что ты поел-то? Ну... Я не знаю, как-то быстро. А что поел тогда? Что успел поесть? Нет. Чай только успел, говорит, выпить. Все? Да. А овощи? Овощи? Ни разу. Почему? А почему? Ты много болтал, что ли? Я что-то не понял. А почему тогда не съел-то? Не знаю. Признавайся, почему не съел? Пап, ну давай поуже поедем, но только переверни камеру. Зачем? Что мы ехали и еще снимали. Да. Ну да. Ну ладно, сейчас. Мы снимаем эту запись. Да, мы выезжаем. Скоро, наверное. Мы сейчас сначала домой или нет? Там у всех этих, что ли? А? У всех этих, смотри. Красит? Да, красит. Надо каждого. Узнать, что там за продленка. Может, тоже надо сына? Угу. Фу, смотрите, рюкзак Бома! Где? Вон! Где? Вон, с окна, вон папиного. Пап, смотри, рюкзак Бома. Ага. Где Бома, не вижу. Черепашки ниндзя же. Же это. Да бери руку, пожалуйста. Да нет, я видел, там правда Бома. Руку-то ты про то, что закрыла рукой. Да, мы здесь остались надолго, видимо. Папа, я правда видел рюкзак Бома. Да, давай. Можно все устроить его, например, после работы, после школы забирать. Они будут? Нет, не там, а это не там, вон они. А Спрингтайм тоже что-то знакомый, где-то видели? Рядом с нашим домом, я тебе говорила. Ну вот, я говорю, что он давай все. Спрингтайм, ну а его вон там, я не увидела, что за продленка, надо было это погуглить бы потом. Пипец, сейчас мы выезжать отсюда будем в столе. Да. А что он стоит там не уже? Кто? Таня? Таня. Не знаю, а что там, а места, наверное, нету, куда выезжать. Так что... Бас уехал. Так шумит печка. Бас уехал? Да это по-русски будет автобус. Я знаю. Что сегодня делал? Я тебе вчера просил запомнить, что ты сегодня делал. Расскажи нам. Как прошел твой что день? Ты что делал? Ты нового были? Сегодня... Мне сегодня две наклейки я сегодня получил. Что это значит, наклейки? Не знаю сам. Как ты не знаешь? Да. Почему тебе дали две наклейки? Ты что-то хорошо сделал что-то? Да, мне дали, потому что я ездил хорошо тыкву. Ну видишь, это значит нарисовал. Награда какая-то. Нарисовала или что? Да, или... нарисовала лицо. Молодец. Да, и... Зачем? Потому что нельзя маршрутки. Но некоторые вырезают. Дайте, папа. Детям, наверное, нельзя вырезать. Да, говорю, только взрослым можно вырезать. Угу. Тут некоторые взрослые дети ходят, вот сейчас будете заняться, когда маленькие уходят. Пап, приоткрой окно, или пущу охладиться. Спасибо. Как-то странно скрипело окно. Сказано, что? Угу. Ну что, расскажи, Платош, что молчишь? Ты сегодня читать ходил, сынок? Нет.
ты должен 4 дня в неделю заниматься чтением или английским языком. Дополнительно. Дополнительно. Да. Ты занимаешься чего-нибудь, делаешь или нет? Я что-то вообще не понимаю. Платон. Может, я ходил некоторые дни, не 4 дня читать, но сам я не заметил. Ну ты где-то отдельно от своих, от своего класса занимаешься? Мисс на втором этаже. Нет, да мисс нет, мы ходим иногда музыка, со своим классом. А, ну, то есть не иногда, а теперь. Непонятно, все равно. Ну да, ну еще. Надо было мисс Фридман спросить. Я вам еще иногда сказала, из других классов к нам идут на второй этаж. Вот, мне кажется, на втором этаже это вы занимаетесь как раз английским. Что вы там делаете на втором этаже, скажи? Ну, первый раз мне учили, я английские слова там первый раз учу там. Угу. А сегодня ты там был? Да. Сегодня что ты там делал? Ну, там игрушки можно еще играть там, на втором этаже. Игрушки играть на компьютере? Да нет. А какие игрушки? Ой, можно, да, но мы сегодня играли простые игрушки. Ты там учитель был у вас какой-то? Да. А что вот учитель вам говорил? Ты знаешь, как ее зовут, папа? Я не знаю, как зовут. Мисс Би. Мисс Би, что делала там? Она вам что-то говорила? Писать, да. Читать, чего-нибудь говорить? Да, мы там на втором этаже пишем. Что вы там пишете? Что писали сегодня? Цифры. Ну, то есть, и по-английски, да, все это вы делаете? Да. Ну, то есть, ты учишь английский, наверное, там как раз? Да. Там весь твой класс или только какая-то часть от твоего класса? Да, часть какого-то. То есть, не все детки из твоего класса? Да. Габриэла ходит туда? Нет. А Даша? Даша, да. Ну, вот, значит, а еще детки, наверное, которые другие, тоже не англоговорящие? Зои, например. Зои туда ходят? А кто ходит из детей? Из Red Team даже ходят. Что? Из другой команды. Из Red Team. Хорошо, а из Red Team кто ходит? Как зовут их? Не знаешь ты? Ну, некоторых я не знаю. Ну, кого знаешь, назови хотя бы. Джейкоб, ну, тоже. Джейкоб ходит туда? Да. Мне кажется, он английский знает. Ой, нет. Я просто говорю всех из Red Team. А, из Red Team. Нет, мне интересно, кто ходит. Ты не знаешь их имена? Расскажи, конечно. Я знаю, забыл как. Максимум? Да, он ходит на второй этаж. Ему, в смысле? А у нас в Родзиме есть маленький. Ой, то есть из Родзима есть маленький. Но он не ходит туда, наверное. Не ходит? Ты знаешь еще from the red team? Джейкоб. Угу. Да. А я тебе сказал, что я на права сдал сегодня? Да. Поздравляй меня. Ты скажи, папа, я тебя поздравляю, ты молодец. Ты уже сама сказала, за меня. Ну, это я тебе не за тебя сказала, я тебе намекнула. Ты можешь по-другому поздравить папу. Да? Почему машина проехала? Поздравляй уже меня, Матон. Поздравляю тебя от меня, Кейтану! Какой happy birthday? У меня же не день рождения. Congratulations! Congrats! Ой, расскажи мне, что ты сегодня кушал на снэк? А, да, снэк. У вас что сегодня приносили? Снэк я на втором этаже но не кушала. Что давали? Ну, такие сладкие вкусняшки, но я такие не ел. Из другой киндергарден кушали попкорн. Что? Попкорн? Да. А, ничего себе. Попкорн тоже можно приносить в школу, что ли? Да. Получается. И что, ты кушал попкорн? Нет, только кто из другой школы. А, из другого класса. Киндергарта. Да, из другого киндергарта. Ясно. А ты со своего не кушал, да? Да. А вдруг, может быть, бы это вкусно было? Да, ты хоть бы попробовал. Да, я попробовал у Даши, но все равно
Ну, уже было поздно, нельзя потом. Ты, Платош, лучше всегда бери. Не понравится, не ешь. Да, дома выбросишь. Голодный останешься. Положи вон себе в сумку, в рюкзак. Ты же, я дом доем. И все. По-английски я не знаю. It doesn't matter. Ты просто кушать, ты не говорить ничего не нужен никому. Просто если ты просто раздают, ты бери. Попробовал, не понравилось, сложи, положи в рюкзак, и все. Тебя никто ничего не скажет. Да. Понравилось, кушаешь. Не понравилось, не кушаешь. Вот и все. А то вдруг что-то вкусное пропустишь. Так потом жалеть узнаешь, будешь. Да. Видишь, вон чипсы Габриэла принесла. Они оказались очень вкусные. А так бы отказался бы и не попробовал бы даже. Да, но не отказался. Ну не отказался, молодец. А это... Папа, а знаешь, где они продают? Мама мне сказала, в Костко. Костко, да, я знаю. А еще Габриэла приносила Apple Sauce. Ты пробовал? Apple Sauce ты не пробовал, да? Да, пробовал. Пробовал? Ну, только мне не прям понравилось. Ты не любишь такие вещи, да? Консистенция не та. Да. Там были еще вкусные расовые яблочные сок с клубникой и с бананом. Да? Да. Это невкусно, что ли? Я пробовал с клубникой. Нет, не понравилось. Ну ладно. Но главное, что попробовал. Что это? Папа, вот ты должен был запомнить номер, да, номер, что привезли детей. Там да? Был номер, да. Нет, это preschool, before, что-то там. Ну да. Ну да, хотя, но это не та машина была, не где твои одноклассники. Ну да, но я видела ее, где которую возят одноклассников. И даже их других. А вы знаете, что такое kindergarten? Да, не другие, а других. Ты знаешь, как будет других? Other, да? Other kindergarten. Другие подготовительные классы. Надеюсь, мы туда не едем. Едем. Нам ну. Ты помнишь, что сегодня за день сына? Нет. Какой тебе? Как это? Ты же с утра мне говорил. Что сегодня за день? Что у нас за событие, так сказать? А, да, точно. Сына, ты что, забыл, что ли? Телевизор. Да! Точно. А еще чего там у нас дома? Сюрприз тебе. Ну, не надо было. Чего городить-то? Да, сюрприз какой-то, сюрприз. Увидишь дома. Сюрприз. Это тебе знаешь за что, Платош? Просто так, за то, что мы тебя любим. За то, что у нас есть. Пикачу? Не, дома увидишь, сынок. Лучше не гадай. Да. Гадай. А мы тебе все равно не скажем. Все равно, да, Бержерак. Мы тебе не скажем. Приставка, вот телевизор. Да ну, ты чё, откуда? Все, всем пока. Телевизор-то только что. Да, пока. Пока-пока. Я же могу сказать. Пока-пока. Ну. После другой поездки. Пока. Ой, то есть под поездку мы снимем еще видео. Может. Пока.